Реклама. А сегодня я хотел бы поделиться с вами каналом с очень, ну очень красивыми монтажиками по CSGO. Автор отдает себя целиком и полностью своему любимому делу, и это видно. Можете сами проверить, ссылка в описании. Ну, коллеги, вы готовы к очередной порции инопланетного мяса? Я лично уже давно голодный. Здесь не так уж и часто удается пострелять. Блин, я планету перепутал. Твою дивизию. Мармок. Она умерла? Пожалуйста, да. Нет. Дайте ей яду, пожалуйста. Я не выдержу эту замечательную харизму. А, что это? Что это за... Вот это вот что? Что это за улыбка, как будто ей геморрой щекочет? Пожалуйста, не делай такое лицо, я не понимаю твоих эмоций. Так, походу, это здесь. Невероятно, я что, сам догадался? Я чувствую, как моим мозгам тесно в голове. Угу, еще одно сложное задание со сканированием. Чего же мы ждем? Эй, что с тобой? Вася? О, что это было? Паралич лица в ноги уже дает, что ли? Или ты нам лыжника на асфальте показала? О боже, что с тобой, женщина? Убейся нахуй, пожалуйста. Какой же крутой у меня корабль. Смотрите, повсюду мониторчики. Обожаю на них смотреть и делать вид, что я все понимаю. Кстати, а нахера их тут так много? Нас что, экзибит навещал, что ли? Так, патрон на мостике, хуилы. Какие новости из космоса? Эй, привет, ты в курсе, что ты дышишь моим воздухом? Ладно, спокойно, забей, но помни об этом. Чё делаешь? А, на самом деле мне насрать. Я лучше посмотрю, что звезды сегодня нам говорят. И это обчистили, хорош. Дальше. Блин, на пробел надо было нажать. Чё такое? Где космос? Где космос? Темно, как в жопе у мангуста. Я космос просрал. Ядрить его в корень. Космос исчез. Все плохо. Все плохо, мы одни во вселенной. Макайте в йод пенисы, господа. Дезинфицируйте их и вперед размножаться. Дули, дули, дули. Монстрик, уходи. Дули, дули, дули. Бегите! А я немножко не понял, что это было. Вы заметили реакцию Нигера? Точнее, ее отсутствие. One, two, three. London is the capital of Great Britain. Блин, а хули земля дрожит? Wait a second. Женщина, у вас рампа отъехала. А вот эта планета мне уже нравится. Здесь и растительность ничего такая. Раз, два, раз, два. Давайте телепузики. Двигайте свои килограммы. О-о-о, ничего себе горы. Я бы оттуда послал. Я не знаю, что это такое. Но китайцы бы это съели. Оу, это что, динозавр? Сила огня! Сила ветра и сила земли. И пара патронов. А насчет силы воды, извини, пока не приспичило. О, какое интересное дерево. Давай ты... Или это гриб? Или еще какая хуйня? О, водичка. Да еще и термальная. Ну-ка разошлись, пацаны. Сейчас бабочка полетит. Что? Единственное, что можно сделать в этом озере, это прокипятить свое обосранное белье.
Давай и эта горка нам по силам. И, кстати, мы уже приперлись. По центре эвакуация. Где вы там, ленивые пердаки? Давайте за мной. Вот теперь пошли. Что? Я жив? Но тем не менее, господа, у меня просится мат. Что это было? Хули я так от машины отскочил? Походу, я дверей так отскакиваю. Ща мы протестируем эту версию. Ура! У меня получилось! Это было немножко утомительно, но я все же это сделал. Эх, я бы сейчас заплакал, но боюсь, утону в шлеме. Моя добыча! Какая послушная добыча! Да, я и предположить не мог, что эти боссы такие сложные. Смотрите, кажется, он сопротивляется! А, нет, померещилось. Давай, у меня уже палец болит. Фух, это было сложно. Он отбивался как мог, но я его одолел. Мне кажется, он умер там же, где и родился. Эй, окей, ребята, вы видели, как я убиваю вашего босса. Видимо, вам это нравится. Видимо, я не понимаю ваши инопланетные фетиши. Стой, братан. Не дергайся, я постреляю, ты покайфуешь. Эй, надеюсь, он кончил. Почему нельзя самому включать фонарь? Еще одна дверь. Да вы зачем вам столько дверей в одном коридоре? Чё у вас тут? Опять драка. Мы пришли с мир... Грёбаный твой нос! Уа! Тебе дверь в молодости прижали, что ли? Хули ты так криво кидаешь гранаты, нигер? Ты что, в детстве бананы с пальмах не сбивал? А, кажется, приехали. А хер я выйду сейчас. Воу! Не волнуйся, я слышал, первые 4 конечности у вас молочные. Я... Можно я проеду? Мне только спросить и все. Ой, где же тормоз? Я не могу найти тормоз. Ай-яй-яй, эта машина вообще меня не слушается. Так, там ничего интересного нету. Поехали в другую сторону. Давай без отсебятины, пожалуйста. Воу! Вот это зверь. Здрасте, ёбана. Извините, я тут зебру не вижу. Нормально припарковался. Через 5 минут буду. А, в меня шмаляют. Все, я в домике. Не стреляйте, я по-прежнему в домике. Я его через форточку убил. Народ, выражаю свою благодарность за просмотр этого ролика, и давайте перейдем сразу к вопросам. Тра-та-та-та! Мармок, еще будут видосы по The Forest? Я заметил, что ролик по Форесту вам понравился, и я не могу скрыть тот факт, что и мне игра дико понравилась. И я с удовольствием поиграл бы еще в нее, хотя есть опасения, что не получится во второй раз собрать столько интересных моментиков для вас. Но я все же рискну, уж больно она мне понравилась, но не прямо сейчас. Зачем в названии канала написал МР? У тебя же в играх ник Мармок. Ну, я в играх разные ники использовал, а вот насчет того, что у меня в названии канала стоят эти две буквы, хотелось бы объяснить. На самом деле, когда переименовался канал, я не хотел назвать его Мистер Мармок, а просто Мармок. Мне пришлось добавить это буквосочетание перед ником, ибо у меня не канал, как бы странно это ни звучало, а моя собственная YouTube-страница. И тут, в отличие от канала, есть два поля для ввода имени и фамилии, и мне пришлось что-то добавить в первое поле, и было это то самое буквосочетание МР. Спасибо, что дослушали эту ненужную многим информацию, пошли дальше. Как тебе Mass Effect Andromeda?
Честно, к этой игре, учитывая ее положение, я подошел без навязанной интернет-обществом точки зрения. Поскольку по себе знаю, мне надо для начала самому попробовать, и только потом делать свои выводы, и согласиться с массой, либо нет. Да, с анимациями есть забавные ситуации, но они не являлись для меня значимой проблемой. У этой игры более серьезные проблемы, и это говорю вам я, не фанат серии. В общем, это не место для обзора от необзорщика Мармока, так что я выскажу свое мнение одним словом. Халтура. Спасибо, что досмотрели, здесь был грёбаный Мармок и Mass Effect Andromeda. Пока.